Отель «Ялта Интурист» – крупнейший курортный комплекс Крыма, расположенный на берегу Черного моря, у подножья Ялтинских гор и в окружении вековой зелени Массандровского парка. Отель входит в сеть отелей «Marin Spark Hotel» и круглый год открыт для своих гостей. К разработке идей оформления и убранства отеля был привлечен художник-монументалист Зураб Церетели. Корпус «Ялта Интурист» напоминает океанский лайнер, а в оформлении номеров и коридоров отеля использованы ретро-фотографии, морская тематика и тематика киносъемочного процесса 20-х годов 20 века. Номер улучшенной категории с видом на горы, частично на море и также вид на город Ялта. Номер улучшенный небольшой по размерам, но вполне размещает семью из двоих взрослых и одного ребенка. Кресло раскладывается. Есть банные полотенца, все необходимые принадлежности, фен. Халаты мы берем в цокольном этаже. Также там мы берем пляжные полотенца. В номере есть сейф. Данный номер вышел нам в июне. 6800 за двоих, если ребенок от 5 до 12 лет, мы заплатили 7650 по промокоду. Промокод ARTEC, все буквы с большой буквы. Я вам также покажу дальше инфраструктуру. Промокод, не знаю, сколько будет действовать, но на данный момент он работает. Вот такая красота. Открывается у нас с 10 этажа. Номерной фонд основного корпуса курортного отеля – более 1000 номеров различных категорий, от стандартных до люксов. В каждом номере есть все необходимое – удобная мебель, телевизор, сейф, Wi-Fi, кондиционер, конечно же, сказочный вид и наличие балкона. Завтраки, обеды и ужины проходят по системе «Шведский стол» в ресторане «Мраморный», а также за дополнительную плату в панорамном ресторане «Айпетри» на 16 этаже отеля. Тематическое меню обновляется ежедневно. В понедельник – крымско-татарская кухня, во вторник – украинская кухня, среда – азиатская, четверг – средиземноморская, в пятницу может порадовать вас кавказская кухня, в субботу – русская и воскресенье – европейская. Инфраструктура отеля «Ялта Интурист» включает в себя бесплатно олимпийский бассейн с подогреваемой морской водой плюс 28 градусов круглый год, состоящий из 8 дорожек и длиной 50 метров. Прыжковый бассейн глубиной 6 метров с вышками высотой 3, 5, 7 и 10 метров, также с морской водой. Посмотрите на этого парня, который решился прыгнуть с 10 метров. Аплодисменты ему. Кстати, я также решилась на прыжок с 10 метров. И это были непередаваемые ощущения и эмоции на всю жизнь. Бесплатная инфраструктура отеля «Ялта Интурист» включает в себя также подогреваемые детские бассейны с морской водой и горками, анимация, детская комната, детский центр развития и досуга «Умка» на территории «Грин Парк», экстремальные горки для взрослых, на которых вы можете получить максимальное количество ярких эмоций, также банька у олимпийского бассейна и сауна у центра массажа. Самый высокий панорамный фитнес-центр Крыма с видом на море, горы и всю Ялту SkyFit на 16 этаже отеля. Детям и их родителям обязательно понравится детский аквапарк с морской подогреваемой водой, а также зоопарк «Планета обезьян и диких кошек», расположенный в парковой зоне отеля. Более 300 редчайших приматов, диких кошек, экзотических млекопитающих, коллекционных рыб и птиц вы можете увидеть, находясь в зоопарке. На всей территории отеля есть высокоскоростной интернет 250 мегабит в секунду. Для гостей, проживающих в отеле, есть нижняя парковка, которая предоставляется бесплатно. Для посетителей 200 рублей в час. Верхняя парковка
500 рублей в час. Первые 15 минут бесплатно. Услуги парковки предоставляются при наличии свободных мест. За дополнительную плату в гостинице «Ялта Интурист» вы можете посетить воронцовские бани, царское парение с банщиком, вениками и квасом. Ваш отдых идеально дополнит оригинальное архитектурное решение, прозрачный потолок бань. Это же и есть дно бассейна «Инфинити». В «Ялта Интурист» за дополнительную плату вы можете посетить центр грязеомоложения с акско-грязью, центр омоложения лица и тела, центр массажа, соляная пещера, самая большая на побережье Черного моря, веревочный парк «Лень в пень» на территории «Грин парк», футбольное поле, площадка для бадминтона от 1000 рублей в час, с арендой комплекта инвентаря от 200-250 рублей в час. Также вы можете посетить арт-центр, самый большой в Крыму тайский спа с хамамом City Thai Spa, океанариум, аттракционы виртуальной реальности, экскурсионное бюро и салон красоты Пол Митчелл. Важный момент! Для комфорта гостей в отеле «Ялта Интурист» бесплатно предоставляется услуга трансфера с ЖД-вокзала Симферополя в отель и обратно по расписанию, указанному на сайте. Также при бронировании номера на сайте вы получаете скидку на проезд из аэропорта Сочи или аэропорта Минеральных Вод до отеля «Ялта Интурист» и обратно на комфортабельных автобусах с кондиционерами, которые курсируют ежедневно. Скидка действует только для гостей отеля «Ялта Интурист» по ссылке на сайте курортного комплекса. На территории отеля также находятся более 20 ресторанов с национальными кухнями мира, торговая галерея с магазинами натуральной крымской косметики и товарами для пляжного отдыха, эко-рынок и многое другое. В своем обзоре я старалась передать вам максимальную атмосферу, которая царит в этом курортном отеле. Здесь звучит музыка отовсюду, начиная с лобби, продолжая живой музыкой в зоне расположения Олимпийского бассейна и заканчивая живым или фоновым звучанием во всех ресторанах на территории «Ялта Интурист». Напоминаю, что на момент выпуска видео действует промокод «Артек», все буквы заглавной, который сэкономит вам 15% при бронировании номеров на сайте отеля. Если вам было полезно мое видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Желаю вам приятного просмотра. Смотровая площадка отеля, ресторан «Бездна», заведение с авторской кухней и головокружительной панорамой Черного моря и Ялта. Вы словно парите в воздухе, сливаясь с южным небом Крыма. В меню представлены закуски от сочных черноморских мидий, аппетитная лапша вок с курицей, овощами или креветками, свежие устрицы, прохладные напитки и коктейли. Вы сможете комфортно отдохнуть в удобных креслах-пуфиках, наслаждаясь изысканными блюдами и красивым видом солнечного побережья.